Приветствую вас. Понимаете, во-первых, несмотря на то, что вы говорите про свой обидчивый характер, про то, что думаете плохое про свою жену, я все же хотел бы для начала как-то дифференцировать, возможно, то, что вы описываете, и сказать, что обидчивый характер не совсем верное определение тому, что с вами происходит. Характер у вас не обидчивый, но обидчивость присутствует. То есть вас легко обидеть. Связано это с многими факторами, такими, например, как страх ответственности, неуверенность в себе, нечеткие представления о себе, низкая самооценка. В вашем случае это еще и ревность, которая тоже, судя по всему, влияет на то, как вы воспринимаете мир, и, в частности, свою жену и так далее. В целом, я бы сказал, что это некоторые такие ложные цели и стереотипы мешают вам чувствовать себя спокойно, мешает вам чувствовать себя хорошо, вот. И некий такой отрыв от себя же. Некий отрыв от себя же самого. То есть это как раз таки обидчивость. Как раз таки сомнения в себе, это как раз таки вот то, что вы думаете плохо о своей жене, вот это как раз таки идея о том, что вы боитесь, что ваша жена сделает вам как-то больно, боитесь, что ваша жена сделает вам как-то некомфортно. Вот. Вы боитесь этого всего. И на мой взгляд, работать здесь нужно с уверенностью, в первую очередь. В первую очередь уверенность в себе. Дальше уже будет видно, в каком направлении вам стремиться. А обидчивость это, как я уже сказал, перекладывание ответственности на своего партнера за то, что с вами происходит. И как следствие вы не можете выстраивать адекватные отношения с своей, допустим, женой, потому что это невозможно из-за обиды, то есть обиды мешают вам быть естественным, обиды мешают вам быть самим собой, вот. И как результат это вот такая довольно негативная тенденция происходит, что свою жену вы подозреваете, что
чем-то плохом. Хотя, само по себе, да, плохое это, ну, еще нужно выяснить, что такое плохое. Вот. Вот те моменты, на которые вам нужно обратить внимание. Ну, обидчивости человек, как правило, обучается в детстве своем. То есть и именно в детстве человек учится обижаться, учится манипулировать таким образом окружающими людьми, да, то есть что такое обида. Обида — это попытка вызвать чувство вины у партнера. Вот, для того, чтобы партнер сделал так, как нужно, вам. Вот, ну, да. Ничего хорошего в этом нет, как вы понимаете, я надеюсь. Все это можно корректировать, но смотрите, какой нюанс. Дело все в том, что вы не задаете вопрос. У вас его нет. Вопроса. И на первый взгляд может показаться, что это случайно, что у вас нет вопроса, но по факту я думаю, что вы не готовы что-либо менять в своей жизни. Вот, по факту я думал, что вы не готовы меняться. Вот, я не считаю это однозначно чем-то плохим. Вот, но я думаю, что вам следовало бы определиться, чего вы хотите и хотите ли вы что-то менять в своей жизни. Вот. То есть, если вы хотите что-то менять, то мы вам поможем. Но если нет, то, мы делать ничего не можем. Вот. Это, ну, как бы, это нужно учитывать. Поэтому здесь вопрос именно к вам. Чего вы хотите? Какой помощи вы хотите от нас? На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Я желаю вам всего самого доброго. Я желаю вам удачи. И надеюсь, что ситуация будет разрешена для вас.